Помогай, она тяжелая. Еще плюс более 100 килограммов рыбы запускают в Пологовский пруд местные рыбаки. Вот такого карасика запустили 40 килограмм. Вот живой, можно посмотреть, весь трепещется. 60 килограмм амура, но мы еще довезем чуть дальше, боже. 50 килограмм карпа и 50 килограмм толстолоба. Рыбалка для них и развлечение, и хобби, и уже необходимость, признаются мужчины. Совсем недавно рыбак с более чем 50-летним стажем Сергей Яницкий создал общественную организацию «Поплавок». Сейчас в обществе уже более 80 участников. Своими силами активисты проводят зарыбление пруда. Говорят, все это для жителей города. Мы решили собраться по осени, теперь по 100 гривен. Ну, кто 100, кто 50 по возможности. Насобирали 8 тысяч денег и приобрели в Тарасовке, здесь рядом, малька. Для чего мы это делаем? Потому что если кто-то занимается рыбалкой, люди все понимают, что поехать на любой ставок, это 10-20 литров бензина, это 200-400 гривен. Заплатить арендатору 100 гривен, то есть 150 и 200, это уже еще 200. И остальные снасти, прикормка, это выходит рыбалка 500 гривен, золотая. И то не шанс, что ты что-нибудь поймаешь. Ты можешь только посмотреть на воду, и на этом все закончится. А здесь дать 100 гривен в год в родном, как говорится, в родном, ну, в огороде. Почему это не сделать для людей? Мечта пологовских рыбаков – превратить ставок «Бублик» в одно из самых рыбных мест в округе. Потенциал есть. Совсем недавно Олегу удалось поймать настоящий трофей – большую щуку. Ее рыбаки также когда-то запускали еще мальком. Поймал щуку на живца весом 4800, 80 сантиметров длины. Хороший трофейчик такой. Теперь самое главное – дать возможность мальку адаптироваться и набрать вес. Рыбаки обращаются ко всем любителям порыбачить с просьбой пока не ловить мальков карпа и амура. А еще приглашают присоединиться всех желающих к их проекту. То, что мы запустили, чтобы его весной придут, начнут брать. На хвостик больше. Пускай год-два. Надо дать ей набрать вес, привыкнуть к водоему. А потом уже брать трофеи. Может быть, больше, чем я. Ответственные пологовские рыбаки обещают соблюдать правила. Екатерина Шапка, Александр Доля, Пологи ТВ5.